Анна Ахматова. Двадцать первая ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности или со скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна.